300 миллионов человек во всем мире страдают сахарным диабетом. И с каждым годом, отмечают медики, число больных растет в геометрической прогрессии, увеличиваясь на 7%. Чтобы привлечь внимание к проблемам диабетиков, был учрежден особый день. Он приходится на 14 ноября. Эта дата выбрана не случайно. В этот день родился один из первооткрывателей инсулина Фредерик Бантинг. В Украине зарегистрирован 1 миллион диабетиков. Около 17 тысяч из них живут в Запорожье. Некоторые узнали о своем диагнозе, пройдя экспресс-тест во время профилактических акций. Одна из таких прошла в городе по случаю Всемирного дня диабета. Измерить давление, проверить кровь, а также больше узнать о сахарном диабете – все это предлагают сделать запорожцам организаторы социальной акции. Говорят, многие из людей, у которых впоследствии диагностировали недуг, о нем даже не подозревали. Почему мы делаем скрининг? Скрининг позволяет выявить до 10% людей, которые не знают о том, что у них сахарный диабет. С каждым годом, отмечают медики, болезнь молодеет. Сейчас в Запорожской области зарегистрировано почти 300 инсулинозависимых детей. Самому маленькому из них всего год и 8 месяцев. Поэтому врачи просят при первых тревожных симптомах обращаться к педиатру. Обращаться с жалобами на жажду, учащенное мочеиспускание, похудение к участковому врачу. В поликлинике по месту жительства будет произведен забор анализа крови на сахар. И при повышении уровня направят к детскому эндокринологу. Во время акции общественники отметили всех, кто помогает им в борьбе с диабетом. Среди награжденных – врачи, волонтеры и СМИ. Поделились активисты организации «Диабетик» своими надеждами и тревогами. Их волнует запланированная на будущий год смена системы обеспечения инсулином. Переживают о том, чтобы Минздрав принял правильное решение и не лишил людей возможности жить полной жизнью.